Так, дальше. Смотрим, у нас тут стеклоподъемники. Под все четыре стекла. Блокировка дверей. Разблокировка дверей. Так, это у нас идет зеркала, которые мы в кабине можем настроить. Ну, вернее, мы настраиваем в кабине зеркала, которые вот, вот эти вот зеркала. Так, печечка у нас тут настроена на 23 градуса. Здесь штатная, которую я собираюсь вообще так-то менять. Но она, честно говоря, странно так выглядит. Такие ушки у нее, это печка, ну, то есть поменяю ее на андроиде, будет не толка. Что тут еще есть такое? Для пассажира вот удобная ручка. Нету, кстати, подлокотника для пассажира. То есть для водителя вот есть подлокотник. Вот. Поднимается, опускается. То есть подлокотник есть. Какие-то бумажки. Их надо выбросить. Вот. Какие-то бумажки. Ладно, потом их выброшу. Вот. Еще тут шикарное просто вообще место для пассажиров. Пойдемте посмотрим багажник. Сразу говорю, багажник захламлен. Вот, не обессудьте. Так, сейчас нужно еще. Так, что тут? О! Это я тут лампочку, по-моему, вытащить хотел. Да. Надо будет посмотреть, правильно ли я вставил потом. Так, вот здесь у нас бардак. Бардак мы этот будем убирать. Так, измерзайка. Вот. Здесь у нас лампочка. Тут у нас рюмочки. Их может быть когда-нибудь используем по назначению. Так, что-то какие-то резинки. Не знаю, зачем резинки. От этого всего буду избавляться. Это все тут брат что-то тут стелил, перестеливал, непонятно что. Так. В общем, вот такая вот машина. Ага, заглохла. Потому что нагрелась. Мы ее сейчас опять включим. Так вот, включается она вот этой вот штучкой. Так, давайте я вам покажу. Вот нажимаю. Ага. В общем, вот здесь вот у нас динамики. Так, вот это вот я вот не знаю, что это такое. Здесь вот по всему, по
всему вот этому месту, где-то такая вот штука, я даже не понимаю, что это, скорее всего, это для двери, вот, потому что двери не открываются, очень странно. Так, задние двери, все не открываются. Так вот. Так. Эту шапочку мы собираем. Еще. Вот такая вот машина. Теперь что нам надо? Потому что как ее заглушать без ключа, я не знаю. Так, ну все, заглушили. И вот. Всем спасибо, всем пока. Свою миссию я сделал.